Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас полная импровизация, так как мой малыш не спит, с ним никто не сидит. Он один там, да, в кроватке. А мама начала снимать видео. И я хочу видео сегодня снять о фикс-прайсе, потому что скорее хочу разобрать свои пакеты и разложить их уже везде. А я этого не делаю, пока не сниму вам фикс-прайс. Ой. Вот так много. Вот, значит, что я хотела сказать. Конечно, у меня повторяются немного покупки, и как раз-таки это говорит о том, что эти покупки реально классные и хорошие, что их стоит приобрести, и они обязательно пригодятся. Давайте начнем с первого пакета, который я купила. Это потом второй был пакет заход. Я купила еще одну себе вот такую штуку, потому что она реально очень удобная, очень классная и стильно смотрится. Я ее показывала в прошлом фикс-прайсе. Я ее складывала, и она очень хорошо экономит место на столе или еще где-то. Также она очень... выглядит интересно. Но это у меня для кухни. Будут две там штуки такие. Дальше я снова взяла меланиновые губки. Раньше я их брала, потом что-то перестала. Но я вам скажу, что печку очищают они лучше всяких там средств. А средства есть, которые тоже не менее вредные. В общем, это средство лучше всего удаляет жир с печки. Мне очень нравятся такие меланиновые губки. Но я думаю, все их знают. Я их одно время перестала брать, сейчас снова начала брать. Дальше, ой, сына, это тебе! Я взяла вот такую штуку, потому что игрушки у нас разбросаны по всей квартире. Я уже давно думала, что надо сынульке что-нибудь взять такое, чтобы он складывал туда свои игрушечки. Ой. Вот, сына, ты будешь складывать сюда свои игрушки. Вот такая маленькая штучка. Ой, слушайте, надо такую еще купить для грязного белья. Одну для грязного белья, вторую для малыша игрушки складываю. Классная же, вообще, суперская. На, сына, на. Ну-ка. Отте. Дальше я взяла две краски с фикс-прайса. Вообще фикс-прайс хорошие краски. Они на 3% сделаны. Они без аммиака. Я красила крестинку, запаха сильного нет. Но я решила другими краситься красками. Не знаю, буду я этими красить или нет, но пусть они лежат. Они были единственные в двух цветах. Один песочный красивый для блондинки, а другой платиновый блондин. Это тоже классно. Сына, ну тебя не буду давать-то. Ты погрызешь. Взяла вот такие салфетки. Вот, кстати, самые лучшие салфетки вот эти вот. Но это одно и то же, да? Я для детишек беру вот такие, для детей, для моего малого. Вот взяла другие салфетки. Вот я не знаю, где их взяла, по-моему, не в фикс-прайсе. Вот просто эта фигня не закрывается, сохнет. Я теперь понимаю, что такое реально крутые салфетки. Вот эти салфетки классные, но прослужили верой и правдой. И они на самом деле мокрые и действительно хорошо все вытирают и освежают. Вот эти классные. Но таких не было, я взяла вот эти. Так что у меня теперь куча салфеток. Сына, будем чистыми, вкусно пахнут. Также я взяла вот такие трусики еще. Смотрите, мне они очень нравятся. Они очень красивые, классно сидят. Вот. Единственное, что они тоже как стринги сзади немного. Они вроде не стринги, но как стринги. Вот у меня такие черные, а эти новые. Новые, запечатанные. Показываю вам трусики. В общем, вот такие классные. Там есть синие, разные цвета. Один пакет готов. Второй пакет, сына. Первую половину ты хорошо себе повел. Давай также заснимем все остальное. Так, я взяла чипсы. Да, я на диете. Я на диете. Но в этих чипсах вообще практически ничего нет вредного. Я не то, что на диете. Я же уже не на диете. Я не худею, да, сына? Я просто правильно питаюсь. Ну, я поняла, да? Это неправильное питание. Но бывает, что очень срочно нужно что-нибудь захрустеть. И мамка берет и хрустит. Также гости у меня бывают. Ну, вообще, я за ними соскучилась, но, честно говоря, они у меня упакованы, и я не стремлюсь их сильно есть. Я, может быть, в неделю пару штучек ем. Ну, пусть лежат, блин. Не знаю, почему-то я не прошла мимо. А, и также я купила еще вот такие стелечки. Я не помню, про какие-то стельки говорила... Да, по-моему, про них. Говорила Лина, говорила, что они очень классные, что пахнут мятой. Я долго такие не могла найти стельки. Их можно для любой подошвы делать. Их тут вырезаешь. Сейчас мы их понюхаем. Сейчас мы их понюхаем. Ой, они реально пахнут мятой. Вот, их вырезаешь на любой размер. Они в сеточку. Мне кажется, очень клево. Потому что, когда закрыта обувь, она все время пахнет. Нужно стелечки стирать и менять. Ты такая кокетка у меня. Сын, такая кокетка. Мне кажется, что ты, когда уже будешь сниматься в видео... Девчонки заценят, какая-то кокетка у меня.
Ты просто прирожденный блогер. Папа, конечно, против, но... Или модель ты у меня. Он скажет, ну что это за времяпрепровождение для мужчины? Модель, блогер. Мужчина должен зарабатывать деньги. Да, сына? Ну, бизнесмен. Ты будешь у меня красивый, стильный бизнесмен. Как папа. Все, дорогие мои, покупочки закончились. Я была рада поделиться с вами своими находками, которые покупаю уже не первый раз. И я вас люблю, целую. Надеюсь, было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Говори, подписывайтесь. Вот так, поняли? А лайки скажи. Скажи, ставьте лайки. Ставьте лайки, скажи. Лайки. Лайки. Ладно, мои хорошие, я вас люблю. Вот так лайки, да, ставим? Правильно. Все, мои хорошие, мы вас любим вместе с Дэнни, да? И прощаемся с вами. Целуем. До следующего видео.